Запад грубейшим образом подрывает своими практическими шагами по введению незаконных санкций в отношении целого ряда государств, среди которых Россия, безусловно, но эта же политика начинает применяться активно и в отношении Китайской Народной Республики, в том числе в стремлении ограничить ее возможности экономического и технологического развития, а говоря попросту, ради устранения конкурентов.